Здравствуйте, Александра. Это видео про ваш объективчик для макросъемки. Вот, как видите, переходник с одуванчиком накручен на резьбу передней линзы, и задняя линза будет служить передней. Сейчас я надену его, ставлю в камеру. Таким образом. Что там у нас камера показывает? Ну, диафрагма, как обычно, меняем на объективе и на камере. То есть здесь есть переключатель автомат мануал. Переключаем на мануал. Кольцом диафрагмы мы можем ее менять от 2 до 16. Сейчас я его упакую, и завтра утречком он поедет к вам. Спасибо за внимание.